25 декабря пройдет традиционная елка главы Ленинского городского округа. На этот раз вход на нее будет не по билетам. Представление сможет посмотреть любой желающий, в том числе и взрослый. Елка главы пройдет в онлайн-режиме. Посмотреть новогоднюю сказку можно будет в социальных сетях, пройдя по ссылке или на нашем телеканале. Начало представлений 25 декабря в 12:50 и в 18:10. 26 декабря в 9:10.